эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Лайкнул в сети порно-видео, получил реальный срок. В Гомеле дважды в течение месяца обворовали склад. На регистратор автолюбителя был заснят момент, когда пьяный виновник ДТП скрывался с места происшествия. В Добрушском районе нашли пенсионера, который потерялся в лесу. Общеправовой принцип гласит: незнание закона не освобождает от ответственности. Ряд наших сограждан то ли действительно из-за незнания, то ли по своей легкомысленности попались на крючок правоохранителей. Уже в этом году в отношении 4 жителей только железнодорожного района города Гомеля были возбуждены уголовные дела за распространение порнографии. В реальности эти люди не были знакомы. Абсолютно разный возраст, разное социальное положение и статус в обществе. Разное почти все, за исключением одного факта. В виртуальном мире все они совершили, казалось бы, незначительный проступок. Разместили на своих страничках в соцсетях и на каналах кабельных операторов ролики или фотографии порнографического содержания. Возможно, им было невдомек, что они совершают преступление, попадая под статью Уголовного кодекса Республики Беларусь. Статья 343 предусматривает распространение порнографических материалов как в интернете, так и в сетях. Сети это какие? Если взять конкретно Гомельскую область, то это тот же Гарант, та же телесеть, где люди могут обмениваться какой-то видеоинформацией, видеороликами. Здесь надо отметить, что есть такая еще статья 343 прим, которая предусматривает в себе распространение порнографических материалов, связанных с несовершеннолетними. Соответственно, если взять просто 343 статью, там санкция до 3 лет, то тут уже по 343 прим санкция гораздо больше. Это санкция до 8 лет лишения свободы. Все электронные носители информации у обвиняемого в распространении порнопродукции изымаются и проводится компьютерно-техническая экспертиза, которая позволяет определить и вычленить из общего массива все подозрительные файлы. Наши специалисты имеют допуски на производство аппаратных и информационных экспертиз. Сюда входит поиск, обнаружение, фиксация, сохранение информации, хранящейся на любых практических носителях информации, таких как накопители на жестких магнитных дисках, винчестеры так называемые, флеш-накопители, диски оптические, DVD, CD, Blu-ray. Значит, вся информация, которая находится на них, наши специалисты могут ее извлекать, восстанавливать, анализировать. Задачи перед нами стоят самые разные. Вплоть от обнаружения переписки, сохранившейся на носителях, поиск посещенных интернет-ресурсов, каких-то конкретных файлов, документов, картинок, видеозаписей. Определяет, является ли материал порнографического характера или нет, специально созданная комиссия при облисполкоме путем просмотра предоставленных роликов или фотографий. Кстати, аниме порнографического содержания также могут отнести к запрещенной для распространения категории видеопродукции. Хотелось бы рассказать обычным пользователям как интернета, так и сетей, это то, что когда человек просто просматривает видеоролики и потом, скажем так, для себя один или два ролика скачивает в свой компьютер, это одно. Но когда он этот ролик оставляет у себя на страничке, либо, значит, как для общего пользования, либо для узкой группы пользователей, и кто-то может просмотреть этот ролик, это уже является распространением. Поэтому хотелось бы всем все-таки заметить тот факт, что если вы все-таки залезли в интернет и что-то посмотрели, ни в коем случае не пытайтесь это скачать, а более того, не пытайтесь это каким-то образом выставить на общее обозрение. Это влечет уголовную ответственность. Довольно дерзкий способ кражи избрал для себя ранее неоднократно судимый гомельчанин. Чтобы проникнуть внутрь складского помещения, он проломил кирпичную стену.
Это складское помещение находится в достаточно оживленном месте рядом со стоянкой одного из гипермаркетов по Парижскому проспекту. В начале мая мужчина, проломив стену складского помещения, пробрался внутрь. Примечательно, что здесь нет ни сторожевой охраны, ни сигнализации, хотя на складе хранились стройматериалы. Продав часть похищенного и поняв, что хозяева еще не спохватились, он еще раз наведал склад уже с друзьями. В итоге были похищены товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 76 миллионов рублей. Непосредственно вот сам организатор преступления совершил кражу еще золотой цепочки, также в ходе совместного распития напитков, был установлен, задержан, и уже на стадии работы с подозреваемым была установлена причастность к ранее совершенному преступлению, еще не заявленному. То есть о преступлении стало известно не сообщение должностных лиц, которые, возможно, должны были выявить хищение склада, а со слов непосредственно самого соучастника. Организатор преступления заключен под стражу. Похитителям грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В прошлом выпуске «Де-факто» мы рассказывали о пожаре на территории фермерского хозяйства в деревне Щербовка Гомельского района. Буквально через двое суток после его ликвидации спасателям пришлось выезжать на тушение похожего пожара в фермерском хозяйстве Лоевского района. Причем хозяином этих двух сельхозпредприятий является один и тот же человек. Боевые расчеты МЧС на этот раз спешили в деревню Карповка. Огнем занялась ферма, в которой содержались овцы. К моменту прибытия спасателей она уже была полностью охвачена огнем. Принадлежало строение коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Урожайный». Фермер арендовал его. В течение получаса пожар был потушен. В результате произошедшего на ферме пожара погибло 48 овец возрастом до 1 года. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Даже у простого обывателя, сопоставив эти два пожара, возникнет закономерное подозрение. Не делали это одних и тех же рук. Так или иначе, проверка, проводимая Следственным комитетом, определит, к какой категории дел стоит относить эти чрезвычайные ситуации. В случае поджога виновному лицу в умышленном уничтожении имущества, повлекшему причинение в особо крупном размере, грозит срок до 12 лет лишения свободы. Весьма яркое проявление человеческих качеств снял на видео интернет-пользователь под ником Славик Алекс. На регистраторе был заснят момент, когда пьяный виновник ДТП по замысловатой траектории скрывался с места происшествия, оставив там травмированного водителя мопеда и хозяев поврежденных машин. Напомним, по информации ГАИ Гомельской области, 29-летний водитель Mazda 323 при проезде перекрестка перестраивался из крайней правой полосы в левую. При этом столкнулся с попутным Kia Magentis в левой полосе. В результате Kia выбросила на встречную полосу, где та по касательной столкнулась с Audi 80. Затем Kia врезалась в мопед и впечатала его во встречную Audi 100. Уезжая с места аварии, водитель явно торопится и петляет. На перекрестке промахивается мимо проезжей части и оказывается на газоне у перекрестка. К счастью, пешеходов там не было. О том, что автомобиль таким способом уезжает с места аварии, автор видео узнал позже из публикации. А тогда просто позвонил по номеру 102 и начал преследовать. К моменту, когда записали все мои личные и контактные данные, он оторвался на светофоре, описывает события с Томи 123. Но совместными усилиями был задержан в гаражном кооперативе неподалеку. 37-летний мопедист тогда был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. В ГАИ уточнили, что водитель Mazda впоследствии был найден. От освидетельствования на предмет опьянения он отказался. И пиво по асфальту рекой. Около 2 часов ночи на проспекте Рижском грузовик, перевозивший пиво, врезался в фонарный столб. Авария произошла напротив остановки Инженерный институт МЧС. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и не справился с управлением. В результате ДТП пострадал груз и линия электропередач. Сам водитель, к счастью, травм не получил. Колес меньше, опасности больше. Акция под таким названием проводится в эти дни в Беларуси. Одна направлена на профилактику нарушений со стороны скутеристов, мопедистов, велосипедистов и мотоциклистов. В рамках акции со стороны госавтоинспекции усилен контроль за данной категорией участников дорожного движения. Проводятся проверки по выявлению водителей транспортных средств, которые не зарегистрированы в установленном порядке. В случае выявления фактов управления данными видами транспорта, не имея на то права или в состоянии алкогольного опьянения, такие транспортные средства в принудительном порядке доставляются на штрафстоянку ГАИ. Кроме того, существует и ответственность водителей.
Важно участникам дорожного движения также знать, что велосипедист, который просто нарушает правила дорожного движения в трезвом состоянии, привлекается к административной ответственности от 1 до 3 базовых величин. Если же на момент совершения правонарушения он находится в состоянии алкогольного опьянения, штраф возрастает, составит от 3 до 5 базовых величин. Правоохранительные органы Добрского района нашли мужчину, который в прошлую субботу потерялся в лесу. Василий Сергеевич Кожемякин с семьей собирал грибы, но не пришел к автомобилю в условленное время. Звонок в дежурную часть райотдела внутренних дел от сына пропавшего в лесу мужчины поступил в начале 8 вечера. Через полчаса более 15 работников милиции, практически все, кто был свободен от дежурства и кого можно было отвлечь без ущерба делу поддержания правопорядка, были на месте и приступили к поиску. Вскоре к ним присоединилось несколько сотрудников райотдела по чрезвычайным ситуациям и родственников заблудившегося. Попробовали даже использовать служебную собаку с кинологом службы охраны. Но даже острый собачий нюх не помог выйти на след. На месте был создан штаб из сотрудников РОВД, где были предприняты все меры по установлению местонахождения дедушки. Поиски продолжались несколько дней. Шли цепью в надежде обнаружить хоть какую-то зацепку. Но ни включение сирен на служебных автомобилях, ни использование громкоговорителя не помогли продвинуться в поиске. В понедельник милицейские ряды в лесу усилили почти вдвое. Зону поиска расширили. Приблизительно в 2 километрах от Василевки на голоса и крики поисковиков послышался негромкий отклик. Изможденного 83-летнего мужчину первыми обнаружили к вечеру 3-го дня поисков на краю болотца, сидящим на поваленном дереве. Милиционер-водитель дежурной службы РУВД Александр Лобзиков. Оперуполномоченный группы розыскной работы райотдела милиции Олег Гончаров и оперуполномоченный Антон Сувалов. Как выяснилось, все эти дни он провел без пищи. Удалось только напиться из лесного ручья. Что происходило с ним 3 предыдущих дня, Василий Сергеевич пояснить из-за своего состояния не смог. Равно как и самостоятельно передвигаться в направлении автомобиля. Дедушку пришлось транспортировать на носилках. Доставили его прямо в больницу. У меня за малейшим не получился инфаркт. Были возле меня, и дочка была возле меня, внучка, они говорили, бабушка, ты была белое полотно. Вот такая я была. Ну, я была до смерти рада, но я уже этого и не помню. Конечно, мы прожили 58 лет и с дедушком, вырастили 3 детей. Правоохранители и медики, оценивая случившееся, были единодушны в прогнозах. Еще один день, проведенный пропавшим в лесу, мог оказаться для Василия Сергеевича последним. Сейчас мужчина проходит реабилитационные мероприятия. На этом все. Смотрите «Де-факто» на телеканале «Беларусь 3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Если вы стали свидетелем происшествия, свои видео и фотоматериалы вы можете прислать к нам на электронный адрес defacto@gmail.com. Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог.